55-85 дней. Вес головки достигает до 2,5 килограмм. В этом году даже вот, на фотографии ноутбуке нету, показывали поле в наш менеджер на Западной Украине, то на зоме в среднем убрали с поля в средний вес головки 3-2 килограмма. То есть у них в этом году погодные условия позволяли выращивать капусту, ранее чуть поменьше было осадков, чем у нас. Особенность этой капусты, что ее можно выращивать как на первый, так и на второй оборот. Она подходит для летнего выращивания. Если ранняя капуста, как кондиша, ее желательно выращивать ранней весной, то на зоме можно выращивать два оборота. То есть у нее более сбитая идет головка, более сбитый качан. Но на хранение она не подходит, потому что у нее тонкий лист. Опять же, особенности всех ранних средних капуст, идет тонкий лист, она подходит для салатов, она подходит для на голубцы, если там брать ее там на борщ, то на борщ надо брать капусту с более жестким листом, это либо среднюю, либо позднюю. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.